Нижегородские укротители ветра усовершенствовали свое изобретение. Еще в 2015 году мы рассказывали о создании уникальной ветроэлектростанции роторного типа. Она может работать при ветре любого направления. Сотрудники научно-исследовательского конструкторско-технологического института продолжали работу над электростанцией и добились того, что она может теперь работать не только при любом направлении ветра, но и практически при любой его силе. Если мы сейчас посмотрим на индикатор скорости ветра, мы увидим, то, что скорость составляет 2,4, ну, от 2 до 3 метров в секунду. Благодаря вот этим лопастям управляющим, которые собирают ветер и направляют его к ротору, то есть усиливается направление, скорость и давление на лопасти. Когда мы только начинали работать, были первые эксперименты и аналоги, то есть работа ротора и ветростанции начиналась при 5-6 метрах в секунду. Ротор вращается, вращает генератор, созданный нами. Это низкооборотный генератор барабанного типа, который начинает вырабатывать электроэнергию при 60 оборотах в минуту. Аналоговые генераторы вырабатывают ток при 600 оборотов в минуту. За счет чего мы вам сказать не можем, потому что это ноу-хау нашей организации. При этом уже начинается вырабатываться электрическая энергия, то есть собираться, аккумулироваться в батарее. То есть проходя через электронику, то есть там уже стабильный ток. И вот пошла зарядка. Это напряжение 220 вольт хватит для обслуживания одного-двух домов по 100 квадратных метров. Это телевизора, холодильника, ну, бытовых приборов. Будет собираться до 720 киловатт в месяц. То есть это достаточно приличная мощность. У нас сейчас осваивают север очень хорошо, да. Вот эта вот разработка там может быть очень полезна, потому что ее достаточно просто разобрать, погрузить на транспорт, перевести в другое какое-то место. То есть можно многоразово использовать, не привязанно к местности.